Ну давай будем кругами бегать, я согласен. Блин, ребята, это прям рядышком. Я боюсь его, отвали. Ты можешь от меня отвалить, пожалуйста? Ну разводить не получается. Ну сложно. Ай! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, ЛТВ, King and Fire, Кирилл Геймер, Крошка Крошка, Пика, Заварной Кофе, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная и веселая серия, аниматроники гоняются за нами в пиццерии Фредди. Теперь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Серега, ты умрешь первый. Офигеть. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Если не хотите пропускать их, обязательно подписочка. Так, интересно, Серега, вот ты сюда забежал. Как же мне тебя достать? Ах ты, блин, еще б чуть-чуть. А, я могу тебя достать. Я могу Серегу достать. Вот он бежит. Я к тебе не отстану, ты понимаешь? Все. Блин, значит, а как я тебя не убил? Согласен, кто первый умрет, тот лох. Да. Так, Сережечка, ну Сережа, ну стой, пожалуйста. Я не буду тебя убивать. Я тебе даю аниматроничье слово. Так, подожди, он меня обманул, что ли? Ты меня обманул! А где ты? Ты же сюда побежал! Я одурачил аниматроника! Серега, он сегодня дурачит всех. Ну как я огурца не убил? Есть! Есть! Так, кто вы говорили, лох, да, кто первый умрет? Отлично, первый пошел у нас! Лошара! Поэтому, ребята, я и взял первого аниматроника, чтобы не быть лохом. Огурец! Огурец, ну огурец! Да блин, ну как я тебя не убил, я не понимаю! Я за тебя был. Ну помогите, а не бегайте. Блин, а где же Сережечка у нас? Серега, как я тебя обдурил? Красиво? Не, я так и знал, в твоем голосе было слышно, что ты такой, а где Серега? А ты там сидишь, а ты там что, срал опять сидел? Да. Ребята, ты понимаешь, что эта карта, она на прокат взята? Я убил опять своего, что ли, извиняюсь? Ее арендовали. Да, и ты берешь, Сереж, в углах, ну кто убирать будет после ролика все это? Кто-кто, унитазники, сквиди-туалеты. Я понял. Твоя умерла. Так. Все-таки у нас уже 4 аниматроника есть. Это что, мы 4 на 4 поделились? А, 3 на 4. 3 на 5 даже. Нет, 4. Не убивайте меня. Ребята, обязательно залетайте в наш Дискорд. Пообщаемся. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Так, Серега, ты где? Давай вместе с тобой поохотимся. Будем сейчас, короче, заманивать игроков и красиво их дурить. А где ты? Давай встречаемся, короче, в главном зале. Бегу, я тут, я в главном зале. О, 4 какахи. Так, Серега, давай будем думать тактику, как обдурить всех этих челепиздриков. Надо думать, как они, Дима, надо знать, где они сидят. Так, я думаю, что они, как всегда, прячутся в параше. Нет, неправда. Привет. Ой, Дима. Серега, ну я же свой был. Ладно, тебе прощается. Я взял быстрее аниматроника. Нет. Этот побыстрее. Блин, но им тяжелее управлять. Давайте тогда возьмем все-таки вот этого вот. Серега, ты убил его или нет? Да. Есть, молодец. Кто остался, только ЛТВ и я, что ли? Да. Я тоже жив. Офигеть, ребята. Второй раунд будет, это там, где я буду выживать. Так что смотрим ролик до конца. В конце ролика мы еще, как всегда, тут будем все взрывать и орать. Так, я не понимаю, где из них who is who. Мне интересно. Ей, Серега, ты что, псих? Он свою жирную жопу спалил, Дима. Что, мы всех убили? Нет, я же. Ай, все. Серега, ну ты какой-то вообще неадекватный. Теперь точно, да, всех? Нет, я еще последний. Да вы что там понаплаждались или че? Да где мы? Они как кролики, Дима. А вы видите его? Давайте инфу, где он. А я не вижу. Я вот... Сколько? Я троих... Стой! Давай, где он? Все, теперь точно, да, всех? Да. Ну я выиграл в первом раунде. Ну все, спасибо тебе, я понял, что ты за те разы на меня обиделся. Ну давай тогда, кто у нас последний был выживший, начинай играть за аниматроника. Ой, ребята, сейчас будет жестко. ЛТВ, мы готовы, давай, 3, 2, 1. Ну, игрок, беги, ты что там стоишь? Так, я буду сейчас, ребята, очень хорошо играть.
Хочу хотя бы последним остаться выжившим. Кстати, от него легко убегать, я думал тяжелее будет. А чего вы проигрывали тогда? Да ладно, ЛТВ, ты чего? Я разыгрался жестко. О, привет, привет, привет. Ты меня не убьешь. Да как? Блин, я дернулся, мне руки аж вспотели, блин. Да ёкалы манекала, ну что вы за люди такие? Серёга, это ты виноват, что я проиграл. Да блин! Да вы чё ж? Я отвлёкся, блин, спасибо за ворону. Короче, давайте делаем третий, короче, часть. Ой, третий раунд, там где будет другой палк аниматроников, чтобы было тяжелее немножко. Потому что что-то очень легко. Меня застыл. Кто остался? Я живой. Так, давайте будем их чекать здесь, потому что мне кажется, кто-то здесь заныкался. Я походу понял где. Игофар, слази. Да ё-моё, ой-ой-ой, сами себя мочат, молодцы. Как я его не убил? Спасибо, это называется поцелуй смерти. Я один остался. Максим! Максим, где ты? Давайте гоните его сюда, я буду его тут ждать. Хочу еще раз кого-то красиво замочить. Все, ждем. По-любому сюда прибежит, 100%. Давайте вот так даже встанем здесь. В смысле? Привет, Максим, как дела? Вот, ай, блин, я чуть своего отойти. Нету тебя тут, обманщик. Вот эта толпа аниматроников бегает. А он что, нашел нычку здесь хорошую на карте? Ничего не понимаю. Я сижу тут аккуратненько, чтоб не видно было. А можно неаккуратно сидеть? Я понял, где он. Серега! Убили, да? Нет, бежать! Да. Бежать? А блин, King of Fire! Вот он, я его вижу, ребята. Да ну, блин, ну и шпика. Нет, все убили. Все убили. Так, давай, крошка, теперь, короче, ты будешь начинать, но ты бери аниматроника, спака, попгоэс. Mm-hmm. Я думаю, это будет интереснее, потому что чуть-чуть тяжелее будет убивать нас, ну и давай при этом будет интереснее. Фору. Раз, два, три. Погнал. Жопу пада. Три. Где это челепиздрик бегает? Ну, где Серега? Он? Серега. Тяжелее будет убивать. Кстати, вы подписали в какой-то степени чувака на третьем раунде. А где вы там бегаете? Я тоже к вам иду. А он за мной гонится. А ты в подвале? Да. А вот. Так, ребята, наблюдаем картину, как Серега его дурит. Ой. Блин, ребята, это веселье, классно. О, сейчас будет раунд веселый, когда ему будет прям сложно нас убить. Ой, он бежит. Вот еще чуть-чуть был. Ну вот, он не может достать. Давайте не будем тогда наверху сидеть, потому что это нечестно. Ну это же нечестно. Ну это же честно. Давай, мочи, иди. Ну сейчас, знаете, это первого человека всегда будет сложно убивать. Сейчас, когда он уже кого-то замочит, то все уже будет там тяжелее намного. Стой, фуфел шмерц. Максим, стой, давай подружимся. Я тебе хлеба дам, стой. А, вот вы где прячь. Ребят, ну это нечестно тут прятаться, он же не достанет вас. Я не прячусь. А вы что делаете? Эй, слазь. Я той Бонни. Все слазим, нельзя ныкаться. Максим, я просто бегаю, я даже никуда не залазь. Ты можешь другого аниматроника попробовать взять, там есть быстрее, вот этот фиолетовый возьми. Самый крайний, который. Последний. Нет, еще правее. Там последний. Вот этот аниматроник, он очень быстрый, от него уже тяжело будет убежать. Ё-моё. А представьте, он никого не сможет убить, и мы просто всю серию так и будем убегать от него. Да, нет, кто-то убьет. Будем троллить. Почти убил, да. Почти не считается. Я тебя открыл, у него задержка. Хватит там костыль. Да, у него есть задержка, в этом есть прикол, чтобы тяжело было. Максим, да хватит греметь, я по башке себе постучу. Ты где, Серега? Помоги. Серега все, он уже в Караганде. Он дома на стуле сидит. Красиво я убежал, вы видели? Он за мной. Ран. А, блин, еще чуть-чуть его проиграл. Максиму, ран. Ран. Ну давай будем кругами бегать, я согласен. Блин, ребята, это прям рядышком, я боюсь его, отвали. Ты можешь от меня отвалить, пожалуйста? Максим, я тебе иду помогать. Ты умер, что ли? Нет. Ну.
Но разводить не получается. Сложно. Ай! Ну я не поддался, серьезно говорю. Я хотел тупо так бегать кругами. Да? Ну ладно, ладно. Я ему поддался. Блин, ну красиво замочил меня. На самом деле, я думал, что у него не получится меня убить. Ой, почти. Ты много дразнил его, Дима. Да, да, я просто немножко за этот... затупил это, тем, это что карма. Я позволил много ему всего сделать. Ё-моё, чё, это, вас это карма тебе. Это карма, да. Так, нас уже двое, я думаю, что будет полегче. Так, а вы по столам чё прыгаете, ребята? Я буду орать. Блин, тяжело подловить, тяжело. А, не, ну на самом деле ничего тяжелого здесь и нету. Три аниматроника, три! Так, ну что, иди сюда, Бармалей. Блин, как же хочется его убить. На тебе. Еще одного, молодцы, молодцы. Есть! Видите, надо играть в команде для того, чтобы мочить. Команда обязательно. Отстанет меня, отстанет. Сережка. Сережка. А где Сережечка наш? Он в подвале. Вот, Серега, мы тебя убьем все вместе. На тебе. На. Ой, вы че? А как мы его достанем? Блин, ребята, это было очень круто, мне понравилось. Я поддался. Да, конечно, стоял, жопу чухал. И не получилось у тебя просто победить. Так, Серегу убили, всех убили. Кто у нас еще живой? А я убил его. Так, перекличка, кто живой? Молчание. А, все, да? Да. Ребята, сейчас стоп, будет очень жесткий раунд для меня, потому что я буду один против всех аниматроников. Пацаны, я готов. Только давайте именно с этой части, которая сейчас была. Давай. Все, давайте, мочите меня. Давай сюда. Ребята, это очень сложно и страшно. Хочу еще раз повыживать. Да, Дима, скажи, что ты подался. Все. Да я не подался, вы меня просто очень быстро убили. Ты должен играть не будешь. Димка, а ты где? Да я хочу жить, дайте пожить чуть-чуть. Ну дайте я выйду. А как я выйду? Вот как я выйду, вот скажите. А! Да ё-моё! 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 Ладно, возможно, кофе теперь ты будешь один, а мы тебя будем пытаться убить. Все-таки я хочу проверить, кто-то сможет долго выживать или нет. Это мы звуки тут наорали. Скажи, когда будешь готовый. Стоп, стоп, ждем. Давай. А, да, готов, все, погнали. Так какой у него скин, пацаны? Мишка Фредди. Мишка Фредди, ты сольешься. Да так быстро! Давай я, Дима. Ну давай, давай, Серега, ты согласен. Попробуй. Свои силы. Может, у Сереги получится. Блин, ну эти аниматроники, они на самом деле медленные. У них задержка при ударе. Но когда их очень много, очень тяжело выживать. Так, я в принципе готов. Ну все. Да, нет, стоп. Ребята, в то же слово, когда Серега готов, сразу чёрт. Проиграл. Нет, я еще не сказал готов, а он меня замочил. Ну, да, хорошо, хорошо. Ну, так, в принципе, я вроде бы готов. Погнали. Пацаны, в подвале. Нет, это не в подвале. Да вот он. В подвале. Я успел побежать. Да блин! Ё-моё, стоять! Пацаны, мы должны его убить. Я буду здесь стоять, чтобы его не пускать. Почти, почти. Да вот, я вижу. Смотрите, он держится хорошо. Пока, мисс, что? А вы специально не подаетесь. А, специально подаетесь? Да, ё-моё, я же вроде как бы нажимал удар. Стоять! Ай, меня бьют. Хорошо, что жизни у нас много. Да блин, я хочу именно Серегу убить. Именно я хочу. Все за ним. Серега, ты победитель пока, мисс, что? Потому что ты дольше всех выживаешь. Даже я так долго не смог выжить. Если бы я ужал, я бы дольше. Ой, я сейчас заплачу. Все так думают, на самом деле... А ну попробуй, в следующем раунде повыживаешь. Серега. Блин, Серега, да как ты это делаешь, скажи? Смотрите, какая толпа за Серегой бегут. Сюда, иди сюда. А я думал, он в подвал побежит, а он не в подвал? Гоните его сюда. Фиг тебе. Так, 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 но очень хочется его убить. Иди, куда он убежит? Чего? Да ё-мо, я же вроде как бы даже наполовину уже... Его убил! Да ё-мо, я же его должен был убить! А как так? Есть! Ну, есть! Есть, ребята! Я знал, что я его убью! Так, кто там говорил, что будет дольше всех выживать? Давай, повыживай. Я, давай. Серега, пока мисс, ты победитель. Пока мисс, что? Фух.
скажешь, когда будешь готовый. Всё! Да подождите, он не готовый был. Ребята, как всегда, у нас очень много веселья и угара. Надеюсь, вам настроение оно поднимает. Готов? Да, готов. 3, 2, 1, погнали. Ага. Так, какой у него скин? Какого-то Бонни. Той Бонни, той Бонни. Той Бонни, хорошо. Тут нету. А чё, он заныкался, что ли? Нет, бегаю. А уже в столовке, блин, я только туда прибежал. Ё-моё! Ну все, что? Дима, давай я попробую. Как же быть? Серега выживал с такими же аниматрониками, которые сейчас были. Ты меньше. Вот я знал, что люди, которые говорят, я сейчас буду дольше всех выживать, они первые сливаются. Так, кто там хотел? Пика? Я. Вот, давай. Кто еще не выживал? Давайте по разу повыживаем. Кто еще не выживал в одиночке? Я не выживал. Я еще не выживал. Ну давай, крошка, начнем с себя. Ой. Так, сейчас. Беги. А, так он уже начал. Ну все, мочим крошку. Где он? Он уже куда-то... О, блин! Спокойно. А ну. Ребята, мы его сейчас убьем быстрее всех. Спокойно. Ага, бредятина. Домой. Вот он. Нет! Есть! Прямо на тебя упал. Так, ну что, давайте следующий. Кто у нас там по списку идет? Кирилл Геймер был? Нет, я не был. Давай, Кирилл Геймер, теперь твоя очередь. Скажешь, когда будешь готовый. Ну все, я готов. Погнали. Ребята, в этой серии все хотят повыживать, так как и я. Один против всех. Пока мне Серега лидирует. Он дольше всех выживал. Да я поддался. Я даже не знаю, как ему это удалось, понимаете? Это какое-то совпадение. Просто они это играть. Все, есть! Я готов. Ты готивка, да? Почти. Блин, мне кажется, он сейчас еще 20 секунд проживет и все. А, вот он, в подвал! Все в подвал! Где он? На. Так, кто у нас там следующий по списку? Я остался. Давай. Кингафайр остался. Кингафайр, давай, на тебя вся надежда. 3, 2, 1. Полетели. Вот эта толпа за ним бежит. Давай. Все за ним. Ах ты хитрый. Как я и думал, Серега у нас победитель в этой серии. Серега, тебе медаль. Выживальчик в пиццерии среди аниматроников. Красавчик. Это уже какая по счету медаль? Миллионы? Да, у тебя уже на полке не хватает мест. Да, мне приходится их складировать. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, как по таймингу.